Всем привет! Здравствуйте. У нас снова прекрасная погода. Я радует. Вышли, София. Идем в АТБ. Нам надо купить фруктов. Я хочу киви, бананы. София хочет фруктов. Вчера Женя, я говорю: Жень, что ты забыл купить фрукты? Он говорит: ну да, ничего нет. Я говорю: ни бананов, ни яблок. В общем, сейчас сходим, купим. Потом занесем домой сумки. И возьмем с собой Микуську и пойдем погуляем с ней. Солнце засвечивает. Ну, на улице, я вам так скажу, знаете, как солнышко, солнышком, а в тенечке ветерок и прохладно. Мам, ну я рассказала, плюс 7 это нормально. Гуляют все. Детки на роликах катаются. Я не в том А, девчонки, молодцы. А что тут дорожки подсохли, хорошо. И катаются. Дистанционно позанимались и на улице гулять, правильно. Солнышко, витамин D получать. А еще мне надо купить вермишель. Ну, знаете как, посмотришь у кого-нибудь видео, и тоже сразу тебе хочется. Ну вот у нас вкусное мясо жареное, я хочу вермишельку. А я хочу. У нас, ну вы же с папой поели хорошо. Просто там гречки осталось на немножко. Софийка уже, видите, как тоже джинсовую курточку одела. Она такая, она мягкая немножко. Теплая. Она не прям такая текущая, не прям такая холодная. Нормальная для такой погоды. Так, гранатик хочется выбрать. Софии киви выбрали. Огурцы. Эти 78, те 93. Буряк покупала вот пару дней назад, был 17, уже 18,95. Каждый день цены меняются. Девочки мне спрашивали, листы лазани, вот макаронные изделия у нас, и наверху вот они стоят. Кому надо? Лазань. Да. Мне надо вермишель. Все, сходили мы в магазин, скупились. Цены... Мы только с Женей сегодня проговорили. Он говорит: почем ты буряк покупала? Я говорю, запомни, а 17 чем-то. Сегодня уже 18,95. Видите, как? Вчера был 18. Огурцы какие дорогие. А вот начнется пост. Вообще все овощи и фрукты подорожают. Каждый день все новые цены. Пошли, Микуська. Еще не везде снег растаял. Школа закрыта. Все там, Микусик. Пойдем, пойдем, зайка, пойдем. Машина сзади едет. Походим, да? Побродим. Там, где снег, там и снежок. Хотя обещают, что будет еще снег. Ну, конечно, еще и март, может быть, снежок. Мне все время видео думаю, что мне всегда так там тарахтит. А тут вот такой штучка, он пакетики куда цеплять. Куда пакетики? Вот сюда мусорные. Для кокулек. Для кокулек. Куда пойдем? Там, наверное, будет... Там вообще, там оврал. Оврал, да? А с той стороны. Пойдем, там солнышко. Вокруг школы обойдем. На свой класс посмотришь. На свой класс. Ага. Закрытые шторы. Мне лишь бы только напомнить, что я только заеду своей шкурой. А, это хорошо. У меня приморозилось такое. Ага. Так хоть это наступит. Наступит. Интересно, просто замерзла? Конечно, замерзла. Ну вот. Нас отсюда прогоняли. Да? Пойдем. Пойдем. Мы прогнали, мы отошли за школу, обратно пошли. Катались. Блин, ты первый этот лежит. А помнишь, ты маленькая боялась вот этой трубы? Ну, ты плакала всегда, когда ее видела. Не помнишь? А я помню. Не знаю, что ты ее боялась. Ага, видишь, тут хорошо. Солнышко.
у вас получается. Да, мы когда сидим, класс, солнце прям в лицо светит. Солнечная сторона. Мне не нравится, когда нам светит солнце. Ну, закрути, там же у вас шторки есть, да, или нет? Или только гординки. Вот такие гординки. Вот это ваш класс? Не наш класс, нет. А где дальше? Или наш, я не знаю. Я не помню. Ну, в окошко вы смотрите, что, не помните? Да я уже думаю, что попробую. Вот это, вот это. Вот это ваш, да, класс. А у вас жалюзи есть, да? Ага. Только вот окно уже не наше, вот только наше большое начинается. Ага. И одно. Понятно. А может вот это ваше? Нет, это не наше, это я знаю. Вот какие вам надо на окошке. Ну вот это уже у вас другой будет класс на следующий на год. На втором этаже. Да, вот так хорошо, жалюсь, ролетики закрыли и солнышко не светит. Нет, оно все равно посветит. Ну вот эти жалюзи, оно все равно иногда светит. Тетя, хорошо, да? А я зато на такой парте сижу, где солнце вообще не попадает. Костюмчик попадает. Мама постирала, чистенький. Испугалась. Ленточек испугалась. Пойдем, не бойся, пойдем. Это я не знаю. Там был сейчас класс физкультуры. У вас сейчас эти проходят труды или это у старших классов? Труды вот в пятом или шестом. Вот это вот корпус. Я знаю, мы туда ходили, у нас труды там были, мы и шили, и готовили. Мальчишки отдельно там класс, они там мастерили что-то. Не знаю, как сейчас. Вот эти вот три окошка первые. Ой, вот эти вот. Я помню, там и швейные машинки стояли, мы шили. Потом этот... Мне нравилось, когда мы готовили... Мне нравилось на труды ходить. Два урока было трудов. Сразу два урока подряд. Классно так. Вот наш класс физкультуры. Вот это ваш класс физкультуры? У нас раньше такого не было. Что это сделали? А? Ну, мы в том большом спортзале были всегда. А, не спортзал сейчас для пятиклассников. Единственное, когда были труды, мне... Наверное, никому не нравилось. У нас вот тут были участки, и мы убирали. Там копали, садили что-то. Вот именно вот здесь. Сейчас я смотрю, вы этим не занимаетесь. Вот тут. Ой, придешь, получается, как-то ну, в чистой обуви. И тебе надо тут заниматься. Ну, пыльный, грязный. Вот это мне не нравилось. Да, сажали тут что-то, сеяли весной. Ну, тут были нас граблями, тяпками тут работали. И у вас хоть что-то выросло? Да я не помню. Он детский сад. Вот он, детский садик. Рядышком тоже. Ой, тут можно пройти. Это спортивная площадка. Тоже как вспомнишь, тут круги вокруг этого поля. Бегаешь. Тоже нелюбимая. Ну, я бегала. Нормально. Надо правильно дышать. А это рисунок еще. Еще родители учились. Мама училась в этой школе. Изначально как построили, так он и остался. А что, товарищ София, солнце подгорело? Это была 31-я школа. А сейчас 9-я. А, ну мы же, получается, Настя не приходит уже в школу, и за ним там, ты где идешь? Она, да вот, вот подгорело солнце, подхожу. Я, а, понятно. Мы сразу понимаем, где, чего она идет. Так. Свою любимую подружку. Давайте мою любимую подружку. Пойдем, любимая подружка. Круг почета сделали по кварталу. Все, теперь я... пойдем домой. Да, а я нет, я буду. Погулять хочешь, да? Ну, погуляй на улице, хорошо. Это же улица. Угу. Вот ветерка когда нет, вообще так хорошо. Все равно уже весна скоро наступит. Ой, дай Бог всем нам мирного неба над головой. Пришли домой, я быстренько Микуську
покупала. Ну, как не полностью купала, животик, лапки такое помыла. Сидит Фэся. А что ты там сидишь? Сколько время? Ну, через 15 минут я покормлю, хорошо? Ладно, так. Сейчас покажу, что купила. Еще по акции вот эти дольче были. Купила один такой, два таких. Софийке очень понравились такие, клубничные. У них так срок годности до 14 марта. Долгий срок годности. Так, свеклу я вам показывала. Подорожала. Лук подкупила. Огурчики взяла вот эти. Они подешевле, так что нормально. Два граната. Я прям вот, мне хочется гранат. Потом яблоки. Недорогие. 9,95 брала яблоки. София вот два помыла уже. Один бананчик она уже съела. Бананчики. И она захотела киви. В общем, у нас так немножко по фруктам. По фруктам. И купила вермишельку. Сейчас отварю. Буду кушать. Вот. Вот это все. Ну, там на 290 гривен все вышло. Вот это все. Вот. Ну, почти 300. Цены, конечно, ночью дорожают. Я же говорю, вот 17 чем-то был. Уже 18,95 буряк. Вот. Огурцы парниковые тоже почти 100 гривен. Ну, это дорого. Чего оно так все дорого? Эти чуть дешевле. София просила салатик, хочется огурчиком. И Женя на тормозочек возьмет. Хорошо, что я не разделась. Придется снова идти в магазин. У нас же рыба-то осталась. Мы же ее так и не ели. Женя сегодня говорит, Наташа, она пропадет. Надо есть. А я говорю, мне не хочется просто так. Он говорит, я работаю, мне нельзя пить. Я говорю, да я, мне надо пиво покупать. Пойти купить бутылочку пива с пивом. Ну а что ее так есть? Я ее уже так ела один раз. Не знаю, сейчас подумаю. И вроде и пиво неохота, и охота, и неохота. Бывает у вас такое? Ну, если бы с ним вдвоем за компанию, а так по одной сидеть. Не знаю. А пока он будет выходной, она и пропадет. Надо ее употребить. В общем, решила никуда не идти. Все, переоделась. До завтра подождет рыба, не пропадет. Поперемаю, вымываю, мою, вымываю фрукты, бананы, яблоки. Сейчас все промоем. Собираемся на улицу, Аня позвонила. Говорит, мама, там Костя мне позвонил, он видео твое увидел. Говорит, у Наташи Жени будет сыночек. Потом я говорю, да успокой, дядя, нормально, не будет никого. Говорит, это. Уже потом говорю, ну что ты сказала ему? Она говорит, а он комментарий почитал, потом понял. Так, какой сыночек. Ребята, вы даже пишете, можно еще. Ну, может, у кого нет деток, можно. Ну, а в 45 лет это поздно рожать. Это тяжело уже, девочки. Ну, может, конечно, когда гормон играет, ребенка родил, может, поначалу и нормально. А так все равно, всему свое время. Так, смотрите, как красивенько. Фруктовая тарелочка. Класс. Сейчас мы уберем гранат, помою. Если честно, вот София говорит, я хочу киви. А не говорю, ой, да ходили в магазин, говорю, фруктов купили. И говорю за киви. Она, ой, молчи, говорит, я тоже хочу киви. Мне кажется, говорит, я бы их килограмм съела. Я говорю, ну покупай, ешь киви, они какие полезные, у них сколько витаминов. А мне вот хочется именно гранат. Ну, киви так себе, а гранат прям с удовольствием. Сейчас поем, потом виноград поем. Гранат поставила этот. Скажите, что? Воду на макароны сейчас, вермишель отварю. Так, сейчас. Ой, киви, мне не нравятся такие. Были на развес. Но я попробовала их, они вообще дубовые были. Сейчас попробуем. Знаете, как кисленько, если режешь, сразу. У кого есть такое? У меня сразу уж
Стеноотделение начинается. Вот если лимон кто-то ест или режет мне. Так, сразу раз. Не, я люблю такие, чтобы они были. Может, пусть постоят немножко. Ну, вот он, видите, такой. Не зеленючий. Не сладкий. Кислый. Как крыжовник. Надо еще полежать им. А я так потрогала. Они эти мягенькие. Я люблю, чтобы сладенькие были. Ну ладно, пусть стоят, дозревают. Мне надо тут посудку еще помыть. Тоже не с работы пришел, тут подоедал. Салат, наверное, не буду свеклу сегодня отваривать. Но мне спрашивали, чем свекла. Чесночок и майонезик. Орешки, правда, не добавляла. Все. Что водичка сейчас закипит. И Коську покормить. Ой, на улице вообще классно. Прям хорошо-хорошо. Хорошо, когда солнышко. Настроение поднимается, утром просыпаешься, солнце светит, сразу так хорошо. И вот и чувствуешь себя хорошо. Когда вот пасмурно, вот такой ходишь, как чаморошный. Ни настроения, ничего нет. Вот. Так, девочки, буду варить. Кто любит вермишель? Я, конечно, люблю немножечко покрупнее. Но есть еще мельче. Крупнее нет. Ну, у нас в магазине. Нет, там была другая, но они такие дешевенькие. Как София говорит, а что они дешевенькие? Не 22 гривны, а это 21 гривна пачка. Я говорю, София, тут у нас 420 грамм, а там килограмм. Я говорю, вот она, ну да. Тогда цена это отличается. Они чуть-чуть крупнее, ну я не знаю. А может, они тоже хорошие. Ну, так, не знаю, не брала. Микуся, что? Шо, моя лопатуся, ты такая девтюся. Ах, ты за девтюся, все нагулялась, все деревья обнюхала, везде территорию пометила свою. Уже лохматая снова, видите? Сейчас буду уже третий раз расчесывать. Ты кушать хочешь, я знаю, сейчас мама тебя покормит. Давай, покормим. Давай, Микусю. Скажи, мам, я погуляла, аппетитно гуляла. Что там сдать тебе 15 минут? Ой, ровно 3 часа, пора кушать. Буду кормить ее. А на обед у нас индейка с перцем. Иди, Мики, каши нет, надо сварить. Каша закончилась. Вечером сварю. Иди кушай, зайка, иди. Хрумай перчик. Вчера София тоже ела с таким удовольствием перец. Он кусочками понарезала. Ну, София, наверное, один съела прям перец. Кусочек. Вчера сначала дольками резала. Говорю, да возьми целый квадратик и ешь. И еще до конца недели хватит. Так, девочки, обед у меня готов. Вермишелька, мяско. И сейчас быстро себе сделаю салатик с огурчиком. Просто огурчик. Зелени я не купила, забыла. Еще так глянула. И пошла. Вермишель такая мелкая, я этот, ну, отварила, слила, растопила сливочное масло, перемешала, оно все равно, она вот постояла 5 минут и все равно как слипается. Я добавила растительного чуть-чуть масла, и оно тогда, хорошо, вермишелька тогда не слипается. Так что у меня и то масло.
соль, немножко соли и добавим сметанки. Будет вкусно. Наверное, добавлю еще немножко перчика. Ну так. Вот такой у меня, девочки, на сегодня обед. Зеленушки не хватает, ну ничего. Все. Буду наслаждаться. Вкусно пахнет. Обожаю вермишель. Вот из всех макаронных изделий именно вермишельку люблю. Я вот вспоминаю, когда я маленькая была, приходя к бабушке, у нее было отдельно в кастрюльке вермишель и отдельно молоко кипяченое. Я там добавляла сахарочка и так перемешивала. У меня было молочное. Кто так делал в детстве? И всегда у бабушки в маленькой кастрюльке мяско была тушеная тоже. Раз. Хочешь молочное, хочешь с подливкой мяско, с вермишелькой. Все, мне приятного аппетита. Кто кушает, тоже. Все, всем пока-пока. Крепкого здоровья, хорошего настроения. Пока.